А спонсор видосика — барахолка дампродам.ру. Там можно найти айфончики за 12 тысяч рублей. Так что не зеваем и идем хапаем еблофоны за гроши. А еще там просто прорва смартфонов, гаджетов, планшетов по лакомой цене. Ну и конечно можно продать свой гаджет довольно быстро. Плюс у них новая фишка — выкуп твоего айфона за 30 минут. Ссылка находится в описании. Всем привет, дамы и господа. С вами, собственно, славный друж Обломов и Серега за камерой. Вы знаете, анбоксинги, друзья мои, это самый низкоуровневый жанр на Ютубе. По крайней мере, один из самых. Ну, потому что, что такое анбоксинг? Анбоксинг — это контент уровня «посмотрите, как я покакал с утра». Тебе не нужно обладать никакими свойствами там харизмы или знаниями о том, что ты распаковываешь. Ты можешь просто разрезать коробочку, говорить: «Вау, зацените, что здесь!» И все такие: «Вау, что же там?» То есть, типа, погоди, там вообще, типа, зацените, сколько у меня денег, и смотрите, сколько стоит эта коробка. Да-да-да, типа, у меня новый iPad, у меня новый iPhone, у меня там новые кроссовки. Люди вообще анбоксят, на самом деле, черти чё. Блин, есть даже целые каналы, посвященные не столько обзорам техники, сколько анбоксингу. И вы спросите: ну тогда почему ты прибегаешь к этому жанру? Почему вы прибегаете к этому жанру на своем канале? Да потому что это просто. И люди почему-то это смотрят. Вы посмотрите на каналы, на которых миллионы подписчиков, и которые целиком посвящены просто анбоксингу всякой фигни, которая приехала из Китая. Ну вот. Но сегодня у нас на самом деле особый случай. Дело в том, что в этой коробке разного барахла... Я сейчас потею, как... шлюха на исповеди, можно сказать. Потому что в этой коробке барахла, точнее не так, в этой коробке должно быть барахла на 500 000 рублей. Рено Логан в коробке. Да, то есть это цена Рено Логана. А, собственно, пользуясь случаем, огромное спасибо Диме Бабиру, который из Китая нам все это засылает, помогает, наш русский друг в Китае. А, но тема в том, что я очень волнуюсь, потому что именно конкретно в этой коробке лежит то, чего мы так долго ждали. Это два Panasonic GH5. И суть в том, что когда мы вдруг обнаружили, что эта коробка перестала тречиться, то есть она перестала... Тречиться во Владивостоке, короче, 30 апреля, а мы это смотрели примерно 11 мая. И 11 дней она зависла во Владивостоке и... Короче, когда где-то подвисает ваши полляма, причем не только ваши, там еще есть барахло для друзей, для разных... Вот. При этом, короче, мы заказывали на самом деле три камеры. Одна пришла моему хорошему знакомому, приятному Ильдару, и она уже пришла. Он такой, типа: «Друже, так что там, нормально, через Диму заказали, мне все пришло». А я сижу такой: «А мне моя коробочка на полляма не пришла». Фу, короче, в любой момент... Ну, оказалось, что там что-то дело из-за праздников. Вот. Сколько упаковки, ее можно использовать еще раз, мы же все-таки не очень богатые люди. Итак, давайте по пунктам. Это, друзья мои, электрическая ракетка против москитов. Но это штука Костяна, насколько я помню. Это, друзья мои, толстовка. Я не знаю, чья это. А ты угадай, что на ней написано, и какие у меня волосы, какого цвета. Йоу, я могу прямо сейчас начать панчить. А, я думал, ты под меня косишь. Нет. Так вот, у нас тут какие-то наркотики. Слушай, я не знаю, чье это, и мне кажется, нам нужно позвонить в полицию. Срочно, причем, потому что выглядит это очень страшно. Bad Drip. Так. Cotton Bacon. Это тоже что-то из ряда наркомании, на самом деле. Нет, тут написано вейп, так что я сразу понял, что это наркотики твои. Ну, другое дело, да. Ладно, это все барахло. О! Это, друзья мои, направленный конденсаторный микрофон NTG Rode NTG4+. Посмотрим, будет ли с ним звук лучше, но снимать с петличкой, откровенно, стало не очень удобно, у нее постоянно садятся батарейки, постоянно там она обо что-то стучит, то есть, в общем, и звук шкварчащей еды тоже с петличкой пишет не так круто. Не знаю, вообще не пишет, на самом деле. Да, практически не пишет. Так, это какой-то удлинитель. Это мой удлинитель от Xiaomi. В Китае не стоит вообще, как у нас, ноунеймовские удлинители говно, которые рассчитаны на 1.5 киловатта. Ладно, это еще один, я так понял. Да, так. Несколько. Это мои подшипники для лонгборда. Подшипники для лонгборда. Я так понял, это Костяновский умный дом. Костяновский умный дом. Что такое умный дом? Дело в том, что Костян выращивает свои перцы, ему нужно, чтобы его перцы чудесные
иногда включалось над ними свет, значит, иногда выключался. И все это элементы вот этого вот костяновского так называемого умного дома. Вот. Я подозреваю, что это тоже элемент костяновского умного дома. Не, это костяновский сплиттер с оптического входа на колокольчике. Это, короче, его тема, я не знаю, что это у него, короче, для вывода звука. А, он для акустику там пилит какую-то. Это держатель для микрофона, вот для этого длинного. И, собственно, для этого же микрофона вот такой вот дохлый кот. Вот, ветрозащита. Так, это у нас... Щипчики мои. Щипчики какие-то. Это барахло. Что это такое? Ага. Это для микрофона тоже. Переходник для микрофона с XLR на 3.5. Вот. Карты памяти для фотиков. Мега дорогие, мега объемные, чтобы писать без перерыва, так как это позволяет делать GH5 с его аккумом нормальным, наконец-то, привет, Sony. У каждой GH5 два разъема под карты памяти. В каждом разъеме у нас будет стоять карты по 256 гигабайт, чтобы вообще забыть о том, что у нас там мало места или что-то подобное. Так, что это такое, я не знаю. Это аккум и переходник под, как я понимаю, под питание чисто. Да, чисто внешнее. Под питание для GH5. Так, это Digital Charger. Зарядка. Это, видимо, зарядка костяновского, что ли? Нет, это, видимо, зарядка. Хотя фиг его знает, может, для GoPro-хи. Похоже, это для костяновской GoPro-хи зарядка. Ну, не факт, это не. По-моему, это тоже элемент умного дома. Тоже элемент умного дома. И самое интересное. Так. Я даже спущусь пониже, в дебри, по ссылочке. Нет, тут еще есть Digital Video Camera, Mini-DV, Digital Video. А это, скорее всего, уже батарейки для наших панасов. Это я не уверен, это не точно. Но, скорее всего, это так. Да, судя по форме, это, да, это пановские акумы. Так вот. Да, кстати, мы сейчас не будем распаковывать, вы этого ждали. А мы не будем. В общем, не считайте, что это какой-то там опять умный дом. Не считайте, что это какой-то мега умный видос. Костяновская карточка на 64. Он себе GoPro 5 приобрел, тебе, по-моему, интересно. Да, ему подарили. А, подарили ему. Подарили GoPro-шечку, это наши акумы. Самое важное, это Olympus 25 F1.2 Pro на микро 4 третьих. Это тушка. Это тоже тушка. И, собственно, вот это вот, это классика 1235 F2.8 второго поколения. Но анбоксинг этих камер пойдет, я же говорил, что это тизер, можете ставить дизлайк, потому что мы мудаки не распаковали самое главное. Пойдет в обзор этих камер, то есть завтра мы ими плотно занимаемся, на самом деле завтра мы целый день посвятим тестам этих камер. Мне придется вставать в 8 утра, чтобы ехать там всякие закаты, рассветы. Вполне возможно, что мы даже потратим 2 дня или 3, потом все это дело будем монтировать, и будет еще отдельный ролик, почему, какого хрена, какого ляда и зачем мы переходим с очень неплохой Sony A7S II и очень с хорошим автофокусом Sony A6300, почему мы переходим на вот этих красавчиках, у которых как бы многие из наших подписчиков вообще назвали это даунгрейдом. То есть зачем вы переходите на Panasы, это даунгрейд. Все будет объяснено. Все будет разъяснено, будет минимум два ролика, то есть с обзором и со сравнением, почему мы переходим. Там уже сценарий написан. У нас плане... есть огромный список тестов, которые мы должны провести, вот, сравнить это все. Так, ну, собственно... Да, вот. Я там, по-моему, еще больше нет, там только бумага всякая. Ну, собственно, кто сомневался, что тут на полляма 2000 баксов, 2000 баксов, по-моему, 2,5, 60 тысяч рублей... 80 тысяч рублей, карты памяти 40 тысяч рублей, наверное, по 8 тысяч рублей она стоила за каждую карту, и как-то вот так. Ну, плюс что-то всякий умный дом. Да, вот это дешевый. Вот, по-моему, это сколько, 20-очку он стоил? Или? Ну, около 18, по-моему, из Китая, если заказывать, я не помню, точно сказать не могу, но, по-моему, около 18. Ой, наклеечка. О, I love road. Вы зацените, какой дилдо. Прикольный диод, должен быть очень клёвым. Авада кедавра, мазафакеры. Мы теперь будем записывать подкасты «Шкворчащей еды». Подкасты «Шкворчащей еды» — это будет. Да, круто. Теперь подписывайтесь на нас в Apple Music, в Google Music, там типа вся фигня. Не, ну видно, что упаковки нормальные, то есть все доехало не битое, но само собой, сейчас мы будем смотреть, сейчас мы будем все разбирать, но это уже отдельная тема.
Огромное спасибо всем, кто нас смотрит. И я хотел бы принести небольшие извинения за то, что у нас с каналом «Муха не сидела», последнее время идут косяки. Очень мало времени, очень много проектов на кулинарном канале, но скоро пойдет жара. Начнется жара вот с этого, а продолжится она тем, что нам уже с десяток товаров приехали с Алиэкспресса. Не преуменьшай, 50. Ну, с десяток ну, уже приехали, ну, приехали, я сказал. Приехали. Еще сколько есть, штук 40 еще приедет. Я говорю, сколько уже приехало. Там есть очень интересные штуки. Есть очень интересные штуки, и у нас будет новая рубрика «На муха не сидела», которая называется «Неведомая херня из Китая». Мы будем заказывать товары как бы за свои деньги, которые, возможно, которые очень часто пиарятся в группах ВКонтакте, но которые не нужно покупать, или у нас есть вопрос, полезны ли они или нет. Вот, будут вот такие вот небольшие выпуски. А с вами был Серый. И славный друг. Кушайте много, кушайте вкусно, наконец-то. А вообще, ну, знаешь, типа, для нашего обзорного канала, типа, играйте много, играйте, я не знаю, ну, понимаешь, кушайте много, кушайте вкусно, это уже, типа, тема твоего канала, то есть основного, кулинарного. Нам нужно что-то новое придумать, но я уверен, что мы сможем. Господи, эта линза должна быть офигеть. Так, короче, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь, подключайте колокольчик, чтобы получать уведомления и бла-бла-бла. Ну там типа все Инстаграм и группа ВКонтакте. Да, скоро будет жогово. Ну, да, конечно, был. Но на самом деле, я вам честно скажу, посылку, заказывать посылки на полляма — это дерьмовая идея. Ну, лучше это как-то... ты просто больше нервов потратишь, чем лучше больше это, экономишь. Лучше да? Это как-то разбивать, потому что, знаете, там потерялся объектив за 50 тысяч рублей, очень обидно. Потерялась посылка на полляма, вот это вообще сыкотно становится. Ну и вот, собственно, вы думаете, почему прервалась съемка? Потому что Sony 6300, тысячи чертей, тысячи бед на головы создателей этой камеры, которая после 15 минут... 10, мы записывали около 10 минут. Да, мы сколько длилось вот до прерывания? Вот она перегрелась. Она просто взяла и перегрелась, а до этого она не работала. Просто лежала вот в теплой комнатной атмосфере. 10 из 10. Ладно, это видео надо заканчивать. Надо быренько потом сделать анбоксинг, потому что камеры нужно тестить. С вами был Сережа. И с вами Сережа. Кушайте много, кушайте вкусно, играйте в игры, анбоксите всякое барахло. Вот, и оставайтесь взрослыми детьми, потому что эти игрушечки сейчас мы потестим. Всем пока.